Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Нынешняя наша программа – это продолжение разговора о творчестве и жизни Осипа Эмильевича Мандельштама. Однако начать мне сегодня хочется со стихотворения Дмитрия Кедрина, вернуться к тому последнему выпуску разговора о Кедрине, который вы, возможно, видели. Это произведение, которое я вам прочту, думается, в немалой степени перекликается не только с личностью самого Дмитрия Кедрина, но и с веком 20-м, и с творчеством Мандельштама, и, как ни странно, мне так думается, с сегодняшним нашим днем. Я, много видевший, много знавший, знавший ненависть и любовь, все имевший, все потерявший, и опять все нашедший вновь, вкус узнавший всего земного и до жизни жадный опять, обладающий всем, и снова все боящийся потерять. Июнь 1945 года. Сегодняшнюю программу я решил назвать одной строкой из стихотворения Мандельштама «Век». «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки?» И действительно, Мандельштам очень тяжело, очень глубоко, болезненно переживал и то, что происходило в 1917-м, и то, что происходило в 1918-20 годах, а затем волны репрессий 1924, 1927, 29, 1933, 1937. И эта волна 1937 года унесла и самого Мандельштама. Итак, стихотворение «Сумерки свободы». Прославим, братья, сумерки свободы, великий сумеречный год. В кипящие ночные воды опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ. Прославим роковое бремя, которую в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот не видно солнца. Вся стихия щебечет, движется, живет. Сквозь сети, сумерки густые, не видно солнца, и земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля, земля плывет, мужайтесь, мужи, как плугом океан деля. Мы будем помнить и в литейской стуже, что
десяти небес нам стоила земля. Век мой, зверь мой, кто сумеет, заглянув в твои зрачки, и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, за хребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна, и невидимым играет позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребенка, век младенческой земли снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли. Чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, узловатых дней колено нужно флейтою связать. Это век волну колышет человеческой тоской, и в траве гадюка дышит мерой века золотой. И еще набухнут почки, брызнет зелень и побег, но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век. И с бессмысленной улыбкой вспять глядишь, жесток и слаб, словно зверь, когда-то гибкий, на следы своих же лап. 1923 год. Первое января 1924-го. Кто время целовал в измученное темя, сыновьей нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших, он слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот. Но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизнь и выдох. Еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах, и губы оловом зальют. О глиняная жизнь, о умирание века! Боюсь лишь тот поймет тебя, в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать и с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь. И некуда бежать от века властелина. Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно и словно сыплют соль мощеную дорогою, белеет совесть предо мной. По переулочкам, скворечням и застрехам, недалеко собравшись как-нибудь, я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, все силюсь полость застегнуть. Мелькает улица другая, и яблоком хрустит саней морозных звук. Не поддается петелька тугая, все время валится из рук. Каким железным скобяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы, то мерзлой рыбой стучит, то хлещет паром из чайных розовых, как серебром плотвы. Москва. Опять Москва. Я говорю ей: здравствуй, не обессудь. Теперь уж не беда.
по старине я принимаю братство мороза крепкого и щучьего суда. Пылает на снегу аптечная малина, и где-то щелкнул Ундервуд, спина извозчика и снег на поларшина. Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. Зима красавица, и в звездах небо козье рассыпалось, и молоком горит, и конским волосом омерзлые полозья вся полость трется и звенит. А переулочки коптили керосинкой, глотали снег, малину, лед. Все шелушится им советской сонатинкой, двадцатый вспоминая год. Ужели я предам позорному злословию, вновь пахнет яблоком мороз, присягу чудную четвертому сословию и клятвы крупные до слез? Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь? То Ундервуда хрящ, скорее вырви клавиш и щучью косточку найдешь. И известковый слой в крови больного сына растает, и блаженный брызнет смех. Но пишущих машин простая сонатина, лишь тень сонат могучих тех. 1924-1937. Обратите внимание, что Мандельштам, написав это стихотворение в 1924-м, возвращается к нему через 13 лет в 1937-м, менее чем за год до своего трагического ухода из жизни. Нет, никогда ничей я не был современник. Мне не с руки почет такой. О, как противен мне какой-то суеменник. То был не я, то был другой. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот, но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Я с веком поднимал болезненные веки два сонных яблока больших, и мне гремучие рассказывали реки ход воспаленных тяжб людских. 100 лет тому назад подушками белела складная легкая постель, и странно вытянулось глиняное тело. Кончался века первый хмель. Среди скрипучего похода мирового какая легкая кровать! Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать. И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке век умирает, а потом два сонных яблока на роговой обладке сияют перистым огнем. 1924 год. Помоги, Господь, эту ночь прожить. Я за жизнь боюсь, за твою рабу, в Петербурге жить, словно спать в гробу. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей.
запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я, по крови своей, и меня только равный убьет. 17-28 марта 1931 года. Колют ресницы, в груди прикипела слеза, чую без страху, что будет и будет гроза. Кто-то чудное меня что-то торопит забыть. Душно! И все-таки до смерти хочется жить! Снар, приподнявшись на первый раздавшийся звук, и дико и сонно, еще озираясь вокруг, так вот бушлатник шершавую песню поет в час, как полоска и заря над острогом встает. Март 1931 года. Неправда. Я с дымящей лучиной вхожу к шестипалой неправде в избу. Дай-ка я на тебя погляжу, ведь лежать мне в сосновом гробу. А она мне соленых грибков вынимает горшки из-под нар, а она из ребячьих пупков подает мне горячий отвар. Захочу, говорит, дам еще. Ну, а я не дышу, сам не рад. Шась к порогу, куда там? В плечо уцепилась и тащит назад. Вошь да глушь у нее, тишь да мша. Полуспаленка, полутюрьма. Ничего, хороша. Хороша. Я и сам ведь такой же кума. 4 апреля 1931 года. Я должен жить, хотя я дважды умер, а город от воды ополоумел. Как он хорош, как весел, как скуласт, как на льмех приятен жирный пласт, как степь молчит в апрельском провороте. А небо, небо, твой Буонаротти. Апрель 1935 года. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этом очень коротком стихотворении и трагизм, и умение, несмотря на этот трагизм, сквозь этот трагизм, видеть красоту, удивляться весне и желание жить, они слиты воедино. И это удивительно. И завершить наше сегодняшнее общение с поэзией Иосифа Мандельштама хочется одним из последних его стихотворений, как мне кажется. Опять-таки, к этому произведению можно относиться по-разному. Его редко исполняют, насколько я знаю. А по-разному можно относиться потому, что в нем поэт, лирический герой Мандельштама
пытается, уже идучи этапом, будто бы извиниться перед властью. Но, к огромному сожалению, не это стихотворение, не некоторые другие его поэтические вещи, которые Мандельштам писал не с позиции осуждения власти, не помогли ему остаться в живых. Средь народного шума и спеха на вокзалах и пристанях смотрит и века могучая веха, и бровей начинается взмах. Я узнал, он узнал, ты узнала, а потом, куда хочешь, влеки, в говорливые дебри вокзала, в ожидания у мощной реки. Далеко теперь та стоянка, тот с водой кипяченый бак, на цепочке кружка жестянка и глаза застилавший мрак. Шла пермяцкого говора сила, пассажирская шла борьба, и ласкала меня, и сверлила со стены этих глаз журьба. Много скрыто дел предстоящих в наших летчиках и жнецах, и в товарищах реках и чащах, и в товарищах городах. Не припомнит того, что было, губы жаркие, слова черствы, занавеску белую била, несся шум железной листвы, а на деле-то было тихо. Только шел пароход по реке, да за кедром цвела гречиха, рыба шла на речном говорке. И к нему, в его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояние холстину, головою повинный тяжел. Февраль 1937 год. Спасибо вам, дорогие зрители, и очень надеюсь, до новых встреч в нашей литературной гостиной в гостях у «Слова русского». До свидания.